Как думать о второй половине, если она все делает не так? Значит, ну, сложный вопрос. Значит, во-первых, он гендерный. Значит, если ваша вторая половина, вы мужчина, девушка, вот, и она все делает не так, научитесь этому умиляться. Вот просто смотреть и думать, ты моя радость. Снова вот это все. Вот, научитесь получать удовольствие от этого дела. Вы почувствуете особую так даже нежность, я вам должен сказать. Значит, если ваш мужчина все делает не так, значит, соответственно, умиляться этому будет вам сложновато. Вот, поэтому я предлагаю следующий вариант. Подумайте, что у него есть план, что это он такой мыслитель, что он вот так мыслит, что вот так вот, и так вот, и так вот. Это у него план. Не просто так, а план. Вот. И обсудите с ним его планы. Не критикуйте, потому что мужчину критиковать себе дороже. Ну, женщину критиковать вообще нельзя, это просто вам будет вендетта. А вот мужчину критиковать себе дороже. Поэтому вы обсудите его план. Вот. Он вам расскажет план. Во-первых, вы поймете, почему он действует так, как он действует. Во-вторых, вы сможете ему в этот план поднавесить, поддобавить всяких разных фактов, обстоятельств, которые он не учитывает. Потому что мужчины – существа, которые учитывают только через раз. Просто потому, что у них часто все очень быстро склеивается, становится ясно, понятно, и они, значит, идут, шуруют. Вот. Поэтому относитесь друг к другу бережно. Вот. Какими бы ни были мы нелепыми в отношениях, самое главное – это не то, что мы делаем, а что мы чувствуем. Если мы чувствуем друг к другу любовь, нежность и вот все такое, то все остальное наживное. Надо только, ну, так, конструктивно отнестись.